Приключения Пифа. Как-то раз дядя Цезарь собрался на охоту и позвал с собой Пифа. «Зачем я тебе удивился, Пиф? Я же не охотничья собака, а просто дворовый пес. Хозяин лучше знает, какой ты пес. Живо за мной!» В лесу Пифу очень понравилось. Он прыгал, валялся в траве и лаял от удовольствия. «Ты, может быть, думаешь, что пришел сюда на прогулку?» – строго заметил дядя Цезарь. «Так знает, и пришел работать». Твое дело – учуять, где скрываются зайцы. Послушный Пиф уткнулся носом в землю и стал ее обнюхивать. «Ну, куда ведут следы?» – спросил дядя Цезарь. «Кажется, направо», – неуверенно ответил Пиф. Они повернули направо. Дядя Цезарь шел, согнувшись, ступая на носках. А Пиф совсем приник к земле и почти полз на брюхе. И вдруг дядя Цезарь издал такой отчаянный вопль, что Пиф подпрыгнул. «Он слева, слева! Я видел его уши!» «Кто? Волк?» Стража от страха спросил Пиф. Какой там еще волк, бездельник. Повел меня направо, когда заяц совсем в другой стороне. Ну, марш, гони его на меня. Пив стремительно бросился туда, где между деревьями мелькали длинные серые уши зайца. А дядя Цезарь спрятался в кустах и стал ждать. Заяц скакал то вправо, то влево, и, чтобы не отстать, пифу приходилось повторять его прыжки. Вскоре Пиф совсем выбился из сил. Хитрый заяц только и ждал этого. Спрятавшись за большим дубом, он высунул из-за ствола мордочку и задергал носом, словно дразнил Пифа. Пиф бросился к нему. Но не тут-то было. Заяц поскакал вокруг дерева, Пиф за ним. Они сделали несколько кругов, и у Пифа закружилась голова. Он опустился на траву и высунул язык. Увидев это, заяц осмелел. Он подошел поближе и веткой пощекотал толстый черный нос Пифа. Пив тявкнул, схватил ветку зубами и с силы потянул ее к себе. Заяц выпустил ветку, и пив от неожиданности повалился вверх тормашками. Ну ладно, не будем ссориться, сказал заяц. Твой хозяин далеко, и никто не помешает нам стать друзьями. Но вернемся к дяде Цезарю. Он устал ждать и побрел в ту сторону, где скрылись пив и заяц. Дядя Цезарь шел долго и, наконец, вышел на полянку. А на полянке дядя Цезарь даже выронил ружье от удивления. Пив и заяц играли в чехарду. Вдруг заяц увидел дядю Цезаря. «Опасность приближается!» — крикнул он и пустился на утек. «До свидания, Пив. Приходи в гости». «Ах ты, бездельник! Как ты смел упустить зайца!» — обрушился на Пифа дядя Цезарь. «Он не сделал мне ничего плохого», — спокойно ответил Пив. «И потом. Я ведь предупреждал тебя». Я не охотничья собака, а обыкновенный дворовый пес.